В полицию Петропавловска обратился 51-летний горожанин. Он сообщил, что во время рыбалки вблизи села Шаховского Кызылжарского района обнаружил на берегу котлована одноствольное охотничье ружье. Мужчина забрал его домой. На следующий день позвонил на канал 102. Стражи порядка отмечают, в подобных случаях следует вызывать полицию на место находки. Впрочем, факт добровольной сдачи избавил горожанина от ответственности за незаконное хранение незарегистрированного оружия. Прибывшая следственно-оперативная группа изъяла ружье и направила его на экспертизу. После всех необходимых проверок ружье будет уничтожено. Всего с начала года в области изъято из незаконного оборота свыше 96 единиц оружия. Заявлением о добровольной сдаче незаконно хранящего огнестрельного оружия обратился гражданин, который пояснил, что во время рыбалки на берегу близ села Шаховского Кызылжарского района на берегу он обнаружил ружье. Поступившее на исследование ружье, добровольно сданное жителям города Петропавловска, является огнестрельным ружьем одноствольным гладкоствольным 20-го калибра модели ИЖЗК, изготовленным заводским способом и пригодным для производства выстрелов.